грустишь обо мне. Четвертый раз по всей стране проходит шествие бессмертного полка. Бессмертный полк сегодня для нас это наследие Великой Победы. Не просто патриотическая акция, это символ непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги, мужества, немеркнущей славы, великой любви к отчизне и к своему народу. В едином полку с нашими современниками идут солдаты Великой Отечественной. Те, кто отдали свою жизнь во имя нашей жизни и нашего будущего. И если в 2015 году шествие «Бессмертный полк» в Москве насчитывало около 1000 человек, то сегодня в Москве в «Бессмертном полку» идут сотни тысяч человек. И эта цифра приближается к миллиону. Шествие «Бессмертного полка» в эти минуты идет по центральным улицам Москвы от Белорусского вокзала. Тысячи жизней и тысячи судеб, опаленных войной, уже стали историей. Глядитесь в эти лица. Они уходили на фронт молодыми, сильными, жизнелюбивыми. Они мечтали о будущем и были беззаветно преданы своей отчизне. Так повелось, что в семейных фотоальбомах карточки воевавших, родных и ветеранов всегда на самом почетном месте. Ведь это не просто лица, это лица победы. Наш бессмертный полк. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И я приглашаю на сцену Центр культуры и спорта. Ведущий коллектив Москвы, вокальную студию «Мелодия». Встречаем.
все друзья, их завтра в поход уйдет в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет святой боевой капитан. Беда, да, да,
дня. Девчонка невеличка, косичи расплелись, и голос звонко льется. Она поет, поет про жизнь, она поет, поет про жизнь, про небо и про солнце. Поет про жизнь, про небо и про солнце. Там, где была война, и трудно слышат птицы, она сама весна. Голос дрогнул, закачался.
свежий воздух, сладкая патока. Шелестит ветерок, нежели сопли бурей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга. Над Россией моей, над Россией моей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга. Над Россией моей. Расти, ласки сердца матери веря, становясь каждым днем и не сильней, и не мудрее. Станут в небо пускать разноцветного змея. Над Россией моей, над Россией моей. Станут в небо пускать разноцветного змея. Солнцем обрадует, соберем за столом и подруг, и друзей. За радость двору дочку замуж оставляет, чтоб родилась семья для России моей. И за радость двору дочку замуж оставляет, семья для России. Центр культуры и спорта, вокальная студия «Мелодия». События Великой Отечественной войны на долгие годы оставили свой след в истории многих городов нашей страны. 12 городам Советского Союза было присвоено высокое звание «Город-герой». Это города Волгоград, Ленинград, Севастополь, Одесса, Киев, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск и, конечно, Москва. Города, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины во время Великой Отечественной войны. И мы, конечно же...
артисты театра Алексея Рыбникова. Театр Алексея Рыбникова.